По поясненням охраны от МПЛСП, они указали на вот, как раз Семчева и предварительно дали информацию о том, что в процессе празднования окончания гастролей произошел конфликт между двумя людьми, это вот Семчев и Сигарев. Сигарев был приглашен в качестве гостя на это мероприятие. Конфликт произошел из-за неосторожной фразы Сигарева в адрес дам, находившихся там, после чего Семчев взял за шиворот Сигарева и вывел его за двери кафе. Там началась какая-то потасовка, и он его толкнул на нашу витрину. Сигарев упал, очень быстро вскочил и выбежал из атриума полосатыря.